Здорово. Сегодня, короче, тест вот этой херомуды здоровой. Ее тут загерметил, типа, и закрыл, типа, шубой. Вот, сейчас затестим. Это деревяшка на деревянных, сюда поверни камеру. На деревянных лучах с карбончиком. Короче, ужас, в общем, страшный. Сейчас, короче, включаюсь. Сразу, ну, затестим. Надо посмотреть, как летает. Переделаю еще. Торчит, мне не нравится как. Ага, все. Так, очечи включил. Все включил. Взлет тоже снимешь. Угу. Управление на Радио Мастер ЛРС 915 бандит. Поставлю, чтобы видно было его. Сейчас зай на него, ну один. Угу. Очки одену сейчас. Ну, летает. В общем-то. Там машина далеко вроде, да? Да. На встрече едет, да? Да, вроде. Потрясывает чуть-чуть, но летает. Тачка летабельная получилась. Газ минимальный вообще для подъема, хоть и двухлопастные пропы. Далеко там машина? Далеко. Нет, так где батарейка, правда, ушатанная сейчас. Ну, бодрый. Херачит, конечно, будь здоров. Телега прикольная, в общем, получилась. Потрясывает внизу. Здесь еще и ветер, надо еще поднастроить его. Сейчас логи запишу, посмотрю их. Особо не шарю в них, но посмотрю. Видно его там? Пониже чуть. Ага, видно. Видно? Да. Ну ничего, прикольно, мне нравится. Машин сзади нет там у нас? Все по дорожке пролечусь низенько. Вот так. Шатает, видно, прям шатает. Немного фристайла. Вот, просаживается. Так, ну ладно, пойдем на посадочку сейчас. На сегодня хватит, думаю. Тест прошел успешно, машина проехала, я сейчас посмотрю. Рядом с нами. А, по-моему, соседская тачка вообще. Да, я снимаю посадку. Угу. Видно? Да. Сейчас поближе подлечу вот так. Все. Ну, в общем, как-то так. Короче, хреновина летает. Будем следить дальше. Ставь лайк!